Прокуратура провела расследование, прокуратура выявила нарушение, она же выписала штраф. Свой юбилейный день рождения коллектив прокуратуры не оставляет основной работы. Поле его деятельности весьма обширное. Все населенные пункты, город, учреждения и организации – власть разных уровней. Такова работа прокурора – соблюдать законные права граждан во всем и в любое время. Во многом благодаря нашей совместной работе мы с вами продолжаем наводить порядок. Продолжаем, укрепляем. Совместными усилиями привлечены к ответственности многие правонарушители, которые выявлены на территории города. В этом, конечно, ваша заслуга. Сегодня прокуратура, как и 85 лет назад, продолжает работать над соблюдением законов в самых разных областях. Для этого созданы 4 отдела и внедрена программа «Автоматизированное рабочее место прокурора». В коллективе из 43 человек 32 – прокурорские работники. Для пополнения состава кадров заключено соглашение с Санкт-Петербургским юридическим институтом Академии Генеральной прокуратуры. Поэтому ветеранам есть кому передавать многолетний опыт. У нас была сложность другая, чтобы хуже были обеспечены всем. Не было техники соответствующей. Приходилось выезжать на места происшествий, на буранах, на собачьей упряжке. Вот. Ну и когда вот геологи нам хорошо помогали, вылетали на вертолетах. Ну а сейчас, я думаю, что в плане вот этом таких трудностей уже меньше. На службу сегодня поступают не только мужчины, но и девушки. Екатерина приехала в Нарьян-Мар из далекой Бурятии. Уже в школе для себя решила, что защищать права и свободу человека – ее призвание. Получив высшее юридическое образование, смогла осуществить детскую мечту. Благодаря такой настойчивости, хорошему образованию, работаю сейчас здесь, в прокуратуре Ненецкого автономного округа. Работа интересная, сложная, с каждым днем узнаешь что-то новое. Ввиду того, что коллектив очень сплоченный и есть правопреемственность от старшего поколения, работать сложно, но интересно. Меняется не только коллектив, но и форма работы. Прокуратура начала активно сотрудничать со средствами массовой информации, выпускает одноименную телевизионную программу. О новостях службы можно узнать на собственном сайте. Современный подход к работе повышает в целом эффективность службы, а значит, любое нарушение прав граждан будет пресечено. Валентина Чибичик, Александр Дуркин, телеканал «Север».